Так вот он. Я вернулся в город Варшаву, делал первый шаг. Точка на карте. Сейчас король. Король. Леди Сильвана у нас королева. Орду ждет новое будущее. Я почему бросил-то играть-то? Вот она почему, блядь. Баба у руля была, блядь. Бабу убирай давай! Так. Ну что, первый квест, поехали. Я жду! Блин, в Т3, в Аровском Т3. Ну, брат, я старый воин. Я пришел к тебе. Блин, вот это я помню в поезд. Очень долго, короче, получал. Варовский Т3, конечно. Варовский, по-моему, с двух сторон такие. Так что это какой-то другой. Т3 с двух сторон. Ну ладно, так, ладно. Ну что? Мы можем больше, чем... эту силу, но она совершила немыслимое. Теперь она придет за всеми. Закончит свое дело. Сломит всех, кто противостоял ей. Все, кто защищал Азерот, станут ее жертвами. Thank you.
Акерус, оплот Черного Клинка, переместился к цитадели Ледяной Короны. Мы попадем туда через Врата Смерти. Верховный лорд Болвар Фардрагон оправился после боя с Сильваной. Он ждет нас вместе с нашими союзниками. Прежде чем ее слуги похитили правителей, королева Банши напала на цитадель. Она пробилась к ледяному «Посмотри наверх и увидишь, что она натворила». Я никогда не видел ничего подобного. Но когда шлем раскололся, Болвар Фардрагон освободился от своего бремени. Болвар полагает, что знает, куда Банша забрала своих пленников. Он ждет тебя у Ледяного Трона. Предводители Альянса и Орды тоже собрались там. Снова могу убивать. Разговорчик попался.
Мир все еще хрупок. Сейчас непростые времена. Нашим народам нужна стабильность. И Альянсу, и Орде. Отправлять туда оставшихся лидеров было бы самоубийством. Наши похищенные друзья сказали бы то же самое. Есть новости.